Почему? А потому что. А где ты должен быть? Ну не здесь. Миша, открой кишку. Дядя Женя. Она же недолго, наверное, живет. Я не буду тебя снимать. Она не пестрофозная, может быть. У меня батя такой, что сырует, подкалывает. Засолочка. Засолка. Браконьеры. Михаил, доброе утро. Доброе. Я думал, что с Серегой, смотри, нагнулся. Думаю, что он там себя проткнул, как по телефону пиздит. Эй, на, с той стороны вот это кидай. Она еще тепленькая. С Мишей везем песковоз. Иди сюда. На. Ну иди сюда. А что мокрый-то весь? Слышь, ты рабочая собачка. Ты видел, Миша? Нет. Пошляк, да, блядь? Ладно, все, пока. Че, помочь? Подожди. Вот. Так-то их тут уже дохуя. Ведушка-то маленькая, блядь. Это Мишин косяк. Карасей-то бошки, блядь. Смотри, кто ее так захуярил. Нихуя. Ну-ка, давай ее сюда, поближе. В смысле, так это не отрезанная, хочешь сказать? Кто-то ее так поглотал, блядь. Охуеть. Давай, снимай нахуй. Сейчас я ее улыбну. Слышь, так это что такое-то? Что, пизда, щуки пришла, чё? Щуки-то пизда, ты хорош таскать карасей и всякую хуйню. Ну это же рыба, не сапог, блядь. Достал, блядь. Это же рыба, не сапог. Привет, Светэнергия. Пару слов, как он работает на севере? Да хули как его? Окей. Смотри, какие, а. Боевые-то. Сейчас измораете всего. Где? Этого, скажешь, не гладят, нихуя. Серега с собаками. Писта. Мелкий. Пойдется сейчас, все пиздец. Нет. Связывать надо его. Вон у УАЗика может есть. Ну вон, блядь, мы когда гуляли просто. Сука, палец потом, блядь. Первая рыба уже есть, блядь. Покажи бабу. А? Свежачок. Это охуевший спиннинг фирмы Steyr Box, импортный, купленный за 3600 рублей. Катушка Fire Fish, тоже купленная за 3600. Леска, двойная плетенка. Такой вы не найдете нигде. С Финляндии. Red Bull, блядь, 150, двойная цена, блядь. Red Bull. И платиновая блесна, блядь, какая? Я забыл. Че? Mixin Pro. Mixin Pro. У тебя что за туфта? У него, короче, Олимпик. Бамбук. Этот, блядь, спиннинг. Катушка, нахуй. Как она? Не, природа, конечно, тут охуенная. Че, мужики, как улов? Вообще никак. На, туда, на левый.
Но природа, конечно, ебать. Что, зверей нету? А это? У нас спиннинг хуярит. И что, зацепов нет, нормально? Смотри, какая природа, Мишаня. Айбам, прямо. Вон она плещется. Рыба. Ну хоть не так обидно, если медведь появится, хоть есть шансы съебаться, народу много. Серегина рыбалка. Смотрите, как строятся на севере мосты, блядь. Посчитаем трубу, блядь. Вот новейшая технология рыбалки, смотрите. Воткнул и все нахуй. Блёснышко там играет. Можно курить и Петербург, да?